На Мюнхенской конференции по безопасности предсказуемо не будет официальной делегации от России. Представителям государственных структур не направили приглашение. Вместо властей Российской Федерации пригласили Ходорковского и Каспарова. Председатель конференции Христоф Хойсген заявил, что организаторы не хотят давать трибуну для пропаганды, как пишет Deutsche Welle. Мюнхенская конференция по безопасности откроется 17 февраля. И тут важно напомнить, что именно на ней в 2007 году Владимир Путин выступил с исторической речью о недопустимости однополярного мира. Именно тогда, как считают многие аналитики, началось становление нынешней политики Кремля. Поговорим с общественным деятелем Михаилом Ходорковским, человеком, который приглашен на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Михаил Борисович, здравствуйте. Приветствую вас. Рад видеть вас в эфире телеканала «Дождь». Вы получили это приглашение как представитель Российской Федерации или в каком-то ином статусе? Я получил это приглашение как в личном качестве, так и в качестве представителя Российского комитета действия, то есть той группы людей, которая занимается сейчас вопросами, связанными с помощью российским гражданам, которые уехали из России, украинским гражданам и проблемами будущего, собственно, нашей страны, России. Давайте обсудим, что это будет, в чем задача, собственно, визита вашего. Ну, насколько я понимаю, вы согласились принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Зачем вы туда едете? Что вообще подобное мероприятие, и конкретно это мероприятие, меняет? Мы должны понимать, что вопросы непосредственно военных действий, они обсуждаются в рамках нескольких других мероприятий, одно из которых недавно происходило, совещание стран НАТО, союзников. Рамштайн. Да, Украина в Рамштайне и так далее. Мюнхенская конференция – это скорее конференция о том, как обеспечить безопасность Европы в близком и отдаленном будущем. И с этой точки зрения, в общем, достаточно понятно, почему они не хотят видеть Путина и нынешнюю власть, потому что, ну, все уже поняли, что пока Путин на своем посту, пока этот режим у власти, Россия будет представлять из себя угрозу для Европы, и с этой угрозой придется разбираться военными способами, а это не предмет Мюнхенской конференции. А что касается политического диалога, Михаил Борисович, вот, значит, Россия не поедет на Мюнхенскую конференцию, как и официальные лица от России не поедут, как и на другие мероприятия подобного рода, подобного уровня. Российские делегации не ездят в ПАСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы. Россия вообще вышла из Совета Европы и во многих других форматах не участвует. Но насколько это полезно, собственно, не знаю, тем людям, которые против этой войны и которые живут в России, например, насколько это полезно будущему становлению гражданского общества? Здесь так, наверное, вопрос ставить невозможно, потому что это не полезно и не полезно. Просто с путинским режимом в этих форматах не о чем говорить. Ну, это люди, которые развязали войну, и те, которые будут продолжать эту войну до тех пор, пока у них эта возможность будет. Неважно, будет ли эта война идти с перемирием, без перемирия, но это конкретно военная угроза. И что с этой, ну, это чума, грубо говоря. Что с этой чумой разговаривать про полезный образ жизни? Ну, пока чума, никакой пользы для жизни быть не может. А вот что будет дальше, это, конечно, людей интересует. И интересует их, насколько российское общество само готово выстраивать свое будущее и в какой форме оно собирается его выстраивать. И здесь существуют, на самом деле, две базовые концепции. Первая концепция – во многом сейчас освещается украинцами, освещается ближайшими российскими соседями, не всеми, но частью политиков. Это то, что предпочтительно было бы, чтобы России как таковой не существовало, чтобы она распалась на несколько
сравнительно небольших независимых государств. Существует другая концепция, сторонником которой я являюсь и сторонником которой являются, в общем, большая часть на сегодняшний день ответственных политиков в западных странах, которые считают, что это было бы увеличение опасности, и что на самом деле безопасности в Европе способствовало бы по-прежнему единая Россия, единая не в смысле политической партии, а единое государство, которое бы при этом было бы не унитарным, как оно является де-факто на сегодняшний день, а фактически федерализованным, то есть чтобы Россия стала фактической федерацией. И вот об этом, собственно говоря, я и пишу в своей книге «Как убить дракона», которую попросили меня представить на Мюнхенской конференции, и по теме которой там будет также вестись разговор. Но когда ведется разговор по поводу будущего России в том или ином виде, то, по вашим ощущениям, Михаил Борисович, насколько сейчас эта тема интересует, насколько она актуальна для людей, принимающих решения на Западе? Поскольку есть у меня, например, предварительные такие, очень предварительные ощущения, что сейчас скорее интересна сама война. И о том, что будет с Россией, не то чтобы кто-то задумывается, потому что есть шанс, что Путин на ней победит. Вот так мыслят очень многие западные дипломаты и чиновники. Мне, честно говоря, такие вот дипломаты и чиновники, которые бы считали, что Путин способен победить в этой войне, ну, за исключением, так сказать, отдельных пропутинских бюрократов, они не встречались. Потому что, ну, совершенно понятно, что победить в этой войне Путин не может, ну, просто по той причине, что Россия под его руководством упала ниже 10% от западных, от экономики Европы. И тем более от экономики западного мира, и она просто не в состоянии выиграть. А Путин будет вынужден вести войну до окончания своего правления. То есть там могут быть перемирия, но сама война остановиться не может. Путин за этот год спровоцировал возникновение и своей новой опорой. Этой новой опорой являются так называемые национал-патриоты, хотя они, конечно, никакие не патриоты. И эти люди связали свою жизнь с войной. Они будут воевать до тех пор, пока у них такая возможность будет. Поэтому людей на самом деле волнует, что будет после. Когда это после наступит, с высокой степенью вероятности оно наступит уже через 2 года. А с меньшей степенью вероятности оно может растянуться на 10 лет. Но даже 10 лет для тех процессов, которые происходят в жизни Европы, это очень короткий промежуток времени. Вот в этом году я, например, буду отмечать 10 лет с момента своего выхода из тюрьмы, где я тоже провел больше 10 лет. И, в общем, я понимаю, что это очень небольшие отрезки даже для человеческой жизни. Михаил Борисович, а когда вы говорите 2 года с высокой долей вероятности, почему? Потому что если вот сейчас в рамках вот этого замечательного весеннего наступления, на которое все время намекают российские власти, нынешние российские власти, им не удастся серьезно продвинуться в Украине, а вероятность этого весьма велика, если последует потеря еще какой-то части завоеваний, если война перейдет в долгоиграющую, то это будет тяжело не только Украине, это будет политически практически невозможно для Путина, потому что в 2024 году ему предстоит идти на выборы, имея под своей задницей вот эту вот новую опору, национал патриотов, так называемых. Еще раз хочу подтвердить, что никакими патриотами они, конечно, не являются, потому что они ведут Россию к развалу. Так вот эти самые национал-патриоты, они совершенно не будут рады продолжению войны, которую они для себя считают возможным выиграть было еще там 8 месяцев назад.
А уж вся остальная часть российского общества, она уж и точно не слишком будет довольна вот этой продолжающейся войной. Поэтому у Путина в 2024 году, если ему не удастся завершить войну в этом году, у него ситуация будет крайне нелегкая. Мы уже упоминали в этом выпуске о ситуации с Алексеем Навальным. Когда вы говорите о ситуации крайне нелегкой, и описывать разные варианты развития событий в России. Вот в счастливой России будущего, как, собственно, выражается и сам Навальный, политзаключенные выходят из тюрем, начинается какой-то нормальный демократический процесс, люди идут на выборы, у них есть этот самый выбор, ну и как-то все выправляется, и наступает нормальная либеральная... наступает нормальное либеральное будущее для этой огромной страны. Как вы думаете, вообще такой вариант развития событий возможен? Вот вам, в частности, наши зрители пишут, в чате задают вопрос. Есть ли шансы у российской оппозиции, в частности, у Алексея Навального, есть ли шансы сделать из России страну, где есть выбор, демократия, свобода, права человека? Главное, что меня всегда беспокоит, это когда... российское общество, ну и, к слову, некоторые западные политики, пытаются найти нового героя, неважно, речь идет о Навальном или речь идет о ком-то еще, который бы привел бы Россию к светлому будущему и сделал бы все за российское общество. Я абсолютно убежден, что счастливое будущее для себя люди могут построить только своими руками. Вот до тех пор, пока мы будем рассчитывать на некого героя, который придет и нас всех спасет, вот до тех пор мы будем получать автократов, которые могут сначала произносить самые красивые слова, а потом все равно это все будет сваливаться к вот такому же режиму, как у Путина. Я буду очень рад, если нынешние политические заключенные и Алексей Навальный, и Владимир Карамурза, и Андрей Пивоваров, и все остальные окажутся в... окажутся в новом российском парламенте. Парламенте, который будет, по сути дела, создан российскими регионами. Страны, которая будет переучреждена российскими регионами. То есть страна – реальная федерация. И вот в этой нормальной федерации, в этом нормальном парламенте, в рамках нормальных парламентских процедур, российские регионы, российские субъекты федерации будут искать взаимоприемлемые решения. Нам не нужен никакой вождь, нам не нужен никакой лидер на уровне вот этой вот огромной страны, чтобы он эту огромную страну привел куда-то в одно место. Угу. Ребята, это место нам всем не понравится. Мы слишком разная страна. Каждый из регионов, каждый, может быть, из даже крупных городов будет выбирать свою жизнь. И все, что нам надо делать на федеральном уровне, это находить условия комфортного и взаимовыгодного существования на этой огромной территории. Вот это и есть нормальная федерация. И это то, что лучше всего решает парламентская форма правления. И я очень надеюсь, что Россия дойдет до того, что свою жизнь мы должны строить сами. Доверять не надо никому, нам не нужны вот такие вот лидеры, как Владимир Путин, нам нужно политическое представительство, чтобы наши представители от нашего имени договаривались между собой и, соответственно, находили для нас взаимоприемлемое решение. Я очень надеюсь, что это будет, и я очень надеюсь, что на Мюнхенской конференции мне в том числе удастся еще какое-то количество людей убедить в том, что это наилучший выход не только для России, но и для Европы, и для всего мира. Последний уточняющий тогда вопрос, Михаил Борисович. Вот вы говорите о том, что на Мюнхенской конференции попробуйте убедить людей в
таком развитии, возможности подобного развития и в необходимости подобного развития событий. Но одновременно с этим, есть ли у вас сейчас предварительно надежда на то, что вас там услышат, и что люди, которые приедут на Мюнхенскую конференцию, а ведь там будут лидеры самые влиятельные, и главы правительств, и представители разных организаций, более чем влиятельных. Так вот, услышат ли вас это первое? И во-вторых, готовы ли они принять некое участие в поддержке людей, способных осуществить такой переворот в хорошем смысле в России? С точки зрения услышат, ну, конечно, услышат. Собственно говоря, для этого и приглашают. И, собственно, поэтому наш с Гарри Кимовичем совместный труд, совместная статья была опубликована в самом, пожалуй, влиятельном для экспертной части Америки политическом издании статье. И я убежден, что нас услышат. Насколько мы сможем быть убедительны, чтобы нас не просто услышали, а с нами согласились, ну, это зависит от нашей убедительности, от нашей готовности. Этот вопрос в деятельном участии. Каким оно вообще может быть? Вы знаете, я не очень себе, опять-таки, понимаю, что мы имеем в виду под деятельным участием. Нам необходимо решать свои проблемы самим. Мы это вполне себе успешно делаем. То, что нам нужно, чтобы нам не противодействовали, чтобы те влиятельные люди, западные страны, которые на сегодняшний день находятся в войне с путинским режимом, поняли и согласились с тем, что выстраиваемая российская позиция и модель, она является нормальный для Европы, нормальный для всего мира. Вот в этом их надо убедить, чтобы они не мешали, а помогать нам не нужно, мы сами справимся. Отлично, на этой ноте, пожалуй, завершим. Надеюсь, временно беседу с Михаилом Ходорковским, общественный деятель Михаил Борисович Ходорковский в эфире телеканала «Дождь». Мы говорили о Мюнхенской конференции по безопасности, на самом деле гораздо шире о ситуации в России и о будущем России, о том, какой Россия может быть уже через 2 года, как говорит Ходорковский. Начаться может процесс, по крайней мере.